Пацаны, всем привет. Как вы знаете, меня забанили на Твиче на неделю. Вот, многие не знают, где я делся. Так вот, вот я в бане, меня на 7 дней забанили, прошел уже день, поэтому через 6 дней ждите меня. В общем, меня забанили за слово на букву П. Здесь не буду его произносить, потому что прибанят и здесь. В общем, я случайно у меня оно сорвало с языка, я его осудил, я извинился за это слово, но все равно получил бан, потому что какие-то хейтеры успели записать клип, там вместе дружно залайкать его, зарепортить. Но, к сожалению, очень плохое комьюнити в Таркове в плане стримеров, да, то есть стримеры не поддерживают друг друга, а пытаются как-то кого-то обосрать, чтобы кого-то забанили, чтобы у них было больше зрителей. В общем, такое время сейчас в Твиче. В общем, мне очень, на самом деле, грустно не стримить, и мне очень хочется постримить, и я обещал вам какой-то новогодний, я не знаю, там, новогодний час. В общем, я не знаю, я подумаю, как это организовать. Я напишу об этом или в Discord, или еще куда-то, или видосик сниму на эту тему. В общем, ребят, все, кто расстроился, что меня нету, всем сори, так уж получилось, так уж вышло, не обессудьте. Через неделю вернусь, а пока я буду отдыхать, записывать ролики в YouTube. Я думаю, где-то 2-3 ролика за эту неделю выложу и знакомиться с Наташенькой. Вот, поэтому, ребят, всем это хороших наступающих праздников, да, хорошего наступающего Нового года, всем успехов, пусть вам везет, пацаны, и пусть у вас всегда на столе будет смалец, а бивень ваш будет крепок. Всем до встречи, пока. Да заняться Пашей нечем. Да.